Політика – мистецтво створювати факти. Жартома підпорядковувати собі події людей. Вигада – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире программа «В деталях», с вами в студии сегодня Андрей Остров. Сегодня мы будем говорить опять о политике, но несколько в стороне. То есть о чем пойдет речь? Вы слышали, каждый из вас, наверное, слышал выражение «один в поле не воин». Так вот, оказывается, один в поле воин. И, собственно говоря, сегодня мы о таком воине поговорим. Может ли один человек противостоять системе? Можно ли что-то изменить самому? И как это сделать? Сегодня нам расскажет Александр Полищук. Добрый вечер, Александр. Спасибо, что пришли. Александр, ну, наверное, уже мало кто не знает о том, что вы ведете такую, ну, почти практически христовый поход против тарифов, которые выставляют наши ЖЭКи. И, собственно говоря, вы уже дошли до суда, то есть вы судитесь по поводу обоснования этих тарифов. Ну, давайте начнем с самого начала. Что вас вообще сподвигло для такой борьбы? Ведь вы же понимаете, что против вас противостоит серьезная система в виде и департамента ЖКХ, и самих ЖЭКов. Да, добрый вечер всем. Действительно, немножечко уточнения. Я уже как бы не один в поле воин, уже немножечко нас группа образовалась, уже самоорганизация «Второй фронт» называется. И кое-какие движения мы уже очень серьезно сделали на этой почве. Тема, конечно, вы прекрасно все понимают, что сейчас в настоящее время слово «тарифы» и «драконовскими» их называют, и какими только словами не называет. Поэтому самая главная проблема – это то, что они незаконны. И я хотел бы напомнить телезрителям, что вот в прошлом году, в мае месяце, в Верховной Раде была создана рабочая группа, которая именно занималась тарифообразованием, проверяли. Она проработала порядка месяца и вынесла вердикт. Тарифы экономически не обгрунтованы и требуют перерасчета. Это про тарифы речь шла глобальных. Меня заинтересовал вопрос, вот ЖЭКовские тарифы почему-то никто у нас по телевидению, из политиков, никто, во всяком случае, мне не приходилось слышать. Ну и захотелось мне очень подробно разобраться и в этих тарифах. Коль все остальные тарифы у нас как бы незаконны, то неужели ЖЭКовский тариф может быть законным? Ну вот с этого все и началось. Обратился я с официальным письмом к городскому главе. В результате этого получил как бы формальную отписку. Пришлось за помощью обращаться к народному депутату Алене Бабак. Она, в общем-то, является как главным коммунальщиком Верховной Рады. И она сделала депутатский запрос. И на этот депутатский запрос пришел очень хороший ответ. И там как бы черным по белому написано, что чистосердечное признание звучит первого лица нашего города, что действительно тарифы рассчитаны не по закону. Там, в общем-то, их нужно рассчитывать на основании такого-то закона. Мы этот закон не соблюдали. Вот. Далее, что еще интересно. Ну, хорошо, хорошо. То есть вы как-то, если я все правильно понял, наши зрители поняли о том, что вы просто решили разобраться в том, что, собственно, с чем мы все имеем дело каждый день, ну, жители многоэтажек, да, имеется в виду. Хорошо. Вы говорите о том, что они незаконны, и городской глава это в своем ответе признал, правильно? А в чем конкретно, вот в чем суть самого незаконного тарифа? Что нарушалось или что должно быть по-другому? Да, вот когда мы более глубже копнули этот вопрос, эту проблему, вскрылось очень серьезный, там целый букет нарушений. Значит, когда ЖЭК, процедура, все, наверное, знают, что ЖЭК на конкурсе определяется победитель из ЖЭКов. После того, как признали победителем ЖЭК определенный, что происходит? Должно, первое. Этот ЖЭК должен написать экономически обгрунтованную калькуляцию тарифа. Второй пункт. Подать ее в органы местного самоуправления на проверку. После этого параллельно через СМИ вплоть до объявления на дверях подъезда этот
калькуляция предварительной доводится до сведений жильцов, потому что им с этим тарифом жить. Поэтому дается время, законом отведено не меньше 14, не больше 20 дней, именно на согласование, кто-то, может быть, ошибку найдет, кто-то с чем-то не согласен. Вот. И только после вот этой процедуры, то есть 3, и 4 этап, самый последний, этот уже проверенный калькуляция выносится на заседание горисполкома и голосуется. Если он проголосован, это уже вступает в законную силу, это уже законный тариф. Вот. А было, скажите, а вот за всю историю Николаева, вот, ну, самостоятельного, с 91 года, хоть раз проголосовался такой тариф? Да, тарифы регулярно голосуются, потому что за последние вот 12 лет, ну, наверное, раз 8 менялись тарифы в сторону увеличения. И их регулярно вот на заседаниях горисполкома их утверждают. Как только меняется... А когда последний раз было такое голосование, вы не помните? Вот последний раз, и я с этим решением сейчас в суде его хочу отменить. Оспорить. Оспорить его хочу в суде, значит... Решение 122 от 26.02.16 года. Угу. То есть вот. Это свежее решение? Это совершенно самое свежее, да. И вот после того, как оно состоялось, повышение прошло тарифов, и меня это возмутило, и вот я начал готовить документы, чтобы обратиться в суд после этого. Что ж, хорошо, давайте тогда разберемся в деталях. Не зря у нас так программа называется. А что конкретно было рассчитано неправильно? Вот теперь конкретно по пунктам. Из чего состоит наш ЖЭКовский тариф? Вот первый пункт звучит так. О, да, я с самого начала хочу зачитать требования закона. Вот это очень важно, обратите на это внимание. Постановление Кабинета министров 631 от 2005 года. Оно называется так. «Порядок проведения конкурса с надания жилово-коммунальных послуг». И тут же загальное положение. Очень внимательно слушайте. Цей порядок вызначает процедуру подготовки до проведения конкурса с надания жилово-коммунальных послуг, крім газа, электропостачания, послуг с вывезения побутовых відходів. То есть у ЖЭКов не должно быть газа, слава богу, им газ не дали. Электрики не должно быть, а им электрику почему-то отдали. И вывоз мусора у них не должен быть. Вот это все в документе отмечено. Теперь идем. Первый пункт. Вывоз побутовых отходов. Вот сразу противоречие этому законодательному акту. Поэтому что суд решит? Значит, эта статья... В копейках составляет 0,25, тариф рассчитывается на единицу 1 квадратный метр. 0,25 копеек на эту услугу ЖЭКу отводится. В процентах это составляет 13,6 от общего нашего тарифа. Теперь, то есть ЖЭК совершенно к мусору не имеет никакого отношения, потому что у него нет лицензии на вывоз мусора, нет необходимой техники, машины, поэтому он здесь чистейшей воды, даже не посредник, а он, ну как его назвали в официальном ответе, вот в этом, о котором я говорил, транзитный, то есть это транзитный пассажир. А как же должно быть по закону, если вот это каждый жилец должен отдельно платить совершенно организации, верно. Которая, да, собирает мусор? Вывоз мусор – это та же услуга, как и вода, как и тепло, как и... То есть точно так же фирма, которая на конкурсе победила и получила право на вывоз мусора, должна заключить с жильцами, и мы без всякого... Индивидуальный договор. Индивидуальный договор, это элементарно просто, как мы с водой заключаем, как с газом... И платить непосредственно, причем тут зачем нам этот посредник, он посредник всегда обходится дороже, как это истина такая. Вот с этой позиции мы разобрались, то есть ее фактически, ну, наверное, не должно быть. Следующее. Техническое обслуживание лифта в копейках 0,30, в процентах 16,3%. Обслуживание лифта, вы прекрасно знаете, что с лифтами случаются даже аварии, и вплоть до смертельной аварии даже были с лифтом. Как может ЖЭК, не являясь специализированным предприятием, как он может заниматься обслуживанием лифта? Поэтому, что имеется в виду под словом «обслуживание»? Вот очень интересно, и хорошо, что вы меня натолкнули.
Вот очень хитрое слово «обслуживание». Я этого слова не могу понять. Вот в наших тарифах это присутствует, значит, и в техническом обслуживании лифтов, и будет там позиция «техническое обслуживание внутреннедомовых сетей». Вот очень сложное слово, я его не понимаю. Что это такое что, подметать, мыть лифт или вот, что с ним делать, или смазывать? Я до сих пор не могу на него ответ понять. Но у нас же есть, по-моему, специализированное предприятие «Николаев лифт». Совершенно верно. И оно занимается этими ремонтами совершенно и так далее. Совершенно верно. Да, вот я тоже считаю, как и с мусорщиком, если это профильное предприятие, то почему жильцы, кстати, в городе некоторые жильцы именно заключены на прямых договорах с «Николаев лифтом». Все напрямую заплатили, и они отвечают за лифт. Если что-то случается, есть договор, с этим договором можно идти в суд даже. Если что-то с вами случилось, вот у нас на Намыве 12-летний ребенок в лифте погиб. Вот, то есть это уже, вот я считаю, прямые... Виноватых найти не могут, да? Да, когда нету хозяина, непонятно, лифты будут кричать на ЖЭКи, ЖЭКи скажут, что мы не профильное предприятие, и куда крестьянину податься, как в фильме Чапаев. Белые пришли грабят, красные пришли грабят, Василий Иванович, куда крестьянину податься? Точно так же и здесь. Следующий пункт – диспетчеризация лифтов. То есть это опять к лифту относится. Какое тут ЖЭК отношение? Это вот так, та тревожная кнопочка, которую нажимаешь. Совершенно верно связывают. Мы же не в ЖЭК попадаем, а мы же в специальную фирму попадаем. Опять же она к лифту относится. Профильное предприятие. Следующий, четвертый пункт – электроэнергия для лифта. Опять же это лифт, опять это специфика, опять это профильное предприятие. Причем тут ЖЭК? Ну ЖЭК электроэнергию не вырабатывает, у него нету своей станции, он электричество не поставляет. Это услуга в копейках 0,14, я сейчас на ней остановлюсь, и в процентах 7,6. То есть если мы возьмем лифт, все что касается три позиции к лифту, 16,3%, 7% и 4%, то это получается почти 30%. То есть вот 27% уходит лифту, ЖЭК уходит, тот ЖЭК не имеет никакого отношения к лифту, ему идет 30% мы платим. А ЖЭК... ЖЭКи не платят разве Николаев лифту? Мы же не знаем, потому что мы, вот в этом и заключается тайна. И очень в статьях, кстати, в СМИ довольно часто писали, что вот за ЖЭКами существует задолженность по вот этим услугам. То есть ЖЭК тоже может быть недоброкачественным по отношению к лифту и к мусорщикам тоже может быть. А если мы прямые договора заключаем, то претензия такая непосредственно ко мне. Если я лифту не заплатил, то у лифта ко мне есть все основания с меня востребовать эту оплату. Вот. Теперь с электроэнергией очень тут интересный момент. Пятый пункт. Электроэнергии для освещения мест общего пользования. То есть это лампочки в подъезде и в подвале. Вот что интересно. И придомовая территория, я так понимаю, освещение тоже. Да, это... да, да, это тоже и фонари, и над подъездом, и входят. Вот в копейках 0,16, в процентах 8,7%. Причем, вот я хотел с этим очень, то, что, во-первых, ЖЭКи не имеют права к электрике обращаться, это по постановлению было. Теперь, на что я еще внимание хочу обратить. Вот смотрите, у нас было решение горосполкома в 2014 году, тогда электроэнергия стоила 28 копеек. Сейчас электроэнергия для населения стоит 71,4 копейки, то есть... Тариф за 2 года на электрику вырос, ну, меньше, чем в 3 раза. А теперь берем, в 2014 году тариф на электроосвещение был 2 копейки, а сейчас поставили в последнем 16. То есть тариф вырос 8 раз. 2 копейки, 16 копеек, 8 раз. А для населения тариф вырос меньше, чем в 3 раза. Почему с нас 8 раз больше берут, почему не в 3? И почему 8? Тоже вопросы. Тем более, с этим... То есть, ну, я так понимаю, тут речь идет о том, что ЖЭК является предприятием, ему коммерческий тариф сейчас меняют. Вот, очень тоже, кстати, хороший момент, значит. Дело в том, что зрители, может быть, не знают, что существует тариф электрический для населения и существует для предприятий. Они отличаются, ну, в 3 раза. Теперь... Вот для предприятий больше 3 раза. Совершенно верно. Теперь возникает вопрос... Какую электрику, по какому тарифу ЖЭК покупает у «Облэнерго»? Может быть, он покупает по тарифу для населения,
А нам продает как предприятие, потому что ЖЭК-то предприятий, мы на этот вопрос тоже пока не нашли ответа, пока мы не увидим документы. И что ЖЭК не дает, ответов, ну, там, не знаю, прозрачных отчетов о своей деятельности? Вот это тайна, покрытая мраком. Это то, что мне вот удалось, вот, как говорится в народе, нарыть. Выцарапать. Нарыть, да, выцарапать вот всеми правдами и неправдами. Значит, вот у меня срослось вот в этот документ, значит. Поэтому еще, вы прекрасно живете в многоквартирных домах, вы прекрасно знаете, что в подъезде, ну, у кого одна лампочка, там, у кого две лампочки на лестничной клетке, вот обычно, допустим, по моему дому. Вот в подъезде четырехкомнатная квартира, однокомнатная квартира, двухкомнатная, трехкомнатная, одна лампочка. Теперь, лампочки же бывают простые лампочки, бывают энергосберегающие, бывают светодиодные, бывает целый день горит, бывает выключатель, включает выключатель, но тариф-то жесткий забит. Есть у вас лампочка, нет у вас лампочки, какая у вас лампочка, 60 ватт, 100 ватт, 200 ватт, вы будете этот тариф платить. Непонятно, какая экономия, если нам железно забили. То есть это получается, что освещение дома один был раз посчитано в максимальной нагрузке, и в месяц считается и разбивается на жильцо дома. Да, на жильцо. Теперь, ну, одна лампочка посветила на лестничную клетку, сколько той лестничной клетки. Теперь... Четырехкомнатная квартира платит, у нее же квадратов больше, она платит больше за это. Ну, как бы одно событие произошло, но четырехкомнатная платит больше, трехкомнатная платит чуть-чуть поменьше, за одно событие, ну, счетчик электрический работает. Если он накрутил 100, какая разница, какая квартира у вас, восьмикомнатная или однокомнатная, счетчик показал 100 киловатт, значит, заплатить. И здесь лампочка какое-то электричество выработала на себя, энергию взяла, а все платят от квадратных метров. Вот тоже парадоксы, вот. С электрикой. Значит, идем дальше. Тут очень, конечно, шестой пункт. Уборка придомовой территории. В копейках. Бич, ну, по языцах. О, кстати, да. Вот сейчас, кстати, вот его и вскроем немножечко. 0,24 это в копеечках и в процентах 13,1%. Как заявила народный депутат Алена Бабак, с которой я вот переписывалась и которая мне оказала как бы очень серьезную помощь в этом документе, заявила официально, и мы все прекрасно знаем, что пока не будет госакта на придомовую территорию, она не наша, не наша. И поэтому жильцы имеют полное право не платить за ее уборку. Вот, то есть... А тем более у многих домов, жильцы, наверное, знают, что у многих домов отсутствует топографический план придомовой территории. То есть мы не знаем границы, как они могли посчитать вот эту составляющую. Уборку эту. Да, если не знают площади придомовой территории, ну, нету документа, где четко были бы границы обозначены придомовой территории. Тем более она, как правило, это единицам удалось либо приватизировать, две формы можно, либо приватизировать придомовую территорию, либо в аренду взять, либо на это должен быть документ. Нету документа, она не наша. Поэтому мы, жильцы, платят за уборку чужой территории. Вот это парадокс. Я считаю, парадокс. На него тоже желательно бы получить очень официальный ответ. Следующий, седьмой пункт. Обслуживание внутридомовых сетей, ликвидация аварий на внутридомовых сетях, подготовка их к эксплуатации в осенне-зимний период. В копейках 0,37, это самый большой пункт, в процентах 20,1%. Но опять, о каких вообще сетях идет речь? Вот значит, обслуживание внутридомовых сетей. Опять же, мы пришли к слову очень интересному — обслуживание. Вот на этом примере я сейчас постараюсь зрителям очень подробно объяснить. Значит, в доме, если брать, вот, допустим, девятиэтажный дом, ну или там пятиэтажный, значит, внутридомовые сети, сюда входит и холодная вода, и горячая вода, и отопление. Канализация. Канализация, совершенно верно. Это вот все внутренние домовые сети. Но подождите, сети еще есть электрические, сети еще есть газовые. Это тоже сети? Хорошо, что вот вы напомнили. ЖЭК газу не имеет. Газ, мы сейчас про газ не говорим, мы говорим о ЖЭКовском тарифе. Слава Богу, ЖЭКу не отдали газ еще в обслуживание. Слава Богу. Поэтому
Значит, ну, электросети... Вы знаете, по поводу, слава богу, тут такой вопрос очень спорный, учитывая не так давно прогремевший взрыв на Лазурной, да. Поэтому, может, было бы и лучше. Ну, хорошо, да, извините, что перебил вас. Так что обслуживание? Опять же, я не возражаю, пусть они обслуживают, но пусть они пройдут курсы, пусть сдадут экзамены, пусть получат допуск, пусть они и лифт обслуживают, это допускается законом, но должны же быть корочки, должен специалист пройти подготовку, и пусть он обслуживает, я же не против. Ну и должна была бы, самое главное, должна была быть передана ответственность за это обслуживание. Совершенно верно. Потому что вот вы говорите, что там, да, вот на мой пришел случай, да, что... Но отвечать должен всегда перед жильцами должен отвечать именно поставщик услуги. Вот напрямую договор с поставщиком услуги, а поставщик услуги по закону имеет полное право субподрядный договор заключить, допустим, ЖЭКу, он обучил, допустим, там 2-3 слесаря, сдали экзамен, дали ему корочку на право обслуживания, это их внутреннее по отдельному договору, мы об этом не должны знать, у нас договор конкретно, допустим, с лифтом, и мы платим лифту. А кого он в субподрядчики взял, ЖЭК или другой, нас это не интересует, нам нужна качественная услуга, мы за качественную услугу должны платить. Вот теперь обслуживание этих внутренних домовых сетей. Что характерно, вот, пожалуйста, такой пример. Есть дом 4-подъездный, 9-этажный, в этом доме, в подвале, на стояке холодной воды, вентиль не держит. Вот уже лет 5, а то и 6, вот закрываешь вентиль, он не перекрывает. И поэтому, если нужно какой-то квартире на этом стояке сделать ремонт, то перекрывают весь дом, не держит вентиль. И вот это вот обслуживание. Что такое обслуживание? Это что, ходить, я не знаю, с носовым платком протирать этот кран или что? Что такое обслуживание? Может, красить трубы? Может быть, красить трубы, пусть они объяснят. А теперь смотрите, вот обслуживание. Он порядка 5 лет, как минимум, не держит. Но жильцы регулярно обслуживание ж платят, вот 20% платят, а он как не держал, так и не держит эти 5 лет. А я вот понимаю слово «ремонт». Вот если случилось, обнаружили, позвонили, пришли, посмотрели, купили новый, сняли старый, поставили новый, вот это ремонт, вот это я понимаю, все, проблема решена. А так 5 лет, проблема, но люди платят за обслуживание. Поэтому вот большой вопрос, что такое обслуживание? Хорошо, у меня есть пару вопросов, которые, я думаю, что и зрителей наших тоже заинтересуют. Вопрос номер один. Смотрите, если заключить, например, с Николаев лифт прямые договора, это значительно увеличит само структурное подразделение по обслуживанию конечных абонентов. Я имею в виду Николаев лифта. Как вы думали, вы не рассчитывали такую себестоимость? Не возрастет ли она в связи с тем, что обслуживание, получение денег будет тоже стоить денег? Ну вот есть такой парадокс. Чтобы собрать деньги, нужно заплатить, чтобы их собрали, да, там минимум в специалистах и так далее. Вот тут действительно парадокс. Поэтому я считаю, что вот если, допустим, у Николаев лифта не хватает работников по обслуживанию, все-таки домов очень много, значит, не обслуживание, то если бы они подготовили работников в ЖЭКе своих, то, наверное, из этой проблемы можно было найти выход. То есть вы имеете в виду, если Николаев лифт просто будет использовать ЖЭКовских как бы сотрудников? Да. И второй вопрос. Хорошо, ну, то есть вариант возможен, да, экономическую модель нужно просчитывать. А второй вопрос, это вот в связи с этим новым законом о переходе, принудительном переходе на ОСНД или на управляющие компании, как вы думаете, эта проблема решится или она все-таки останется? Дело в том, что согласно действующему законодательству прямые договора не упраздняются, то есть они остаются в силе, то есть и я не знаю даже, как их можно упразднить, если действительно каждый должен отвечать за свою услугу. Если в дом заходят услуги, то каждый поставщик должен заключать договор прямой и отвечать за свои услуги. То есть проблема все равно останется, и скорее всего тех ЖЭКи, которые станут управляющими компаниями, продолжится примерно то же самое. Совершенно верно, но я просто прошу зрителей, они имеют полное право по закону обратиться с тем, чтобы заключить прямой договор.
Вот, да, кстати, у нас монополисты наши еще чудят гораздо больше. Вот сейчас идут эти суды по теплокоммунэнерго, которые вентили накрутили на максимум, и люди отапливали улицу. Что ж, у нас осталась буквально одна минута эфира. Я обещал вам дать слово, чтобы обратиться к нашим зрителям. Прошу, буквально одна минута. Уважаемые зрители, очень поверхностно, документ очень большой, тут порядка 10 страниц, поэтому у кого возникнет желание более детально ознакомиться с этой выкладкой, я попросил дать внизу электронный адрес, обращайтесь к нам, мы дадим ответ. Да, ну и в общем, в заключение программы, спасибо большое, Александр, за то, что вы пришли, спасибо за то, что вы делаете. В любом случае, видимо, проблема созрела и должен был кто-то ее поднять, это стали вы. И в заключение я хочу сказать нашим зрителям, вот да, один человек, который способен изменить мир, а вы знаете, что, ну в данном случае не мир, в данном случае ЖЭК, но это все равно, да. Одну секундочку, значит, еще небольшая, 13.10 у меня судебное заседание, как раз вот по этому вопросу. Центральный районный суд в 11.00 13.10 10-й зал судебных заседаний на третьем этаже. Кому интересно, присоединяйтесь. Сегодня мы поговорили не совсем о политике, но мало кто из вас, наверное, не слышал пламенных речей политиков о том, что мы пересмотрим все тарифы, но воз и ныне там. Возможно, только именно на вашей активности, на нашей активности, на нашей совместной активности мы сможем сделать что-то прозрачно, что-то удобно, а главное справедливо. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. На следующей неделе, к сожалению, мы с вами не будем. У нас будет праздничный день. А через две недели мы встретимся с вами в программе «В деталях» в пятницу. До свидания.